Просто собирай туда и ВК какой-нибудь с алчатом так легче, потом люди зайдут уже на этот 8-9. В смысле, тут что, тоже КД? Да нет, тут КД нет. А нет, тут КД нет, что-то не суманулось просто. Нет, что-то не суманится. Могу, ты можешь сейчас Долорант фартануть, подожди. Кто там присуманит. Фартанулась? Не, что-то не. Алина, ты портанулась? Да. Ваня, сейчас. Да, сейчас, там, Алина, еще раз. Ой, лети уже так. Короче, Алина тебя троллит, наверное. Да, блядь, не, ну попробуй сейчас присмотреть. Короче, Славик, если нужен будет, слышишь, напишешь на шипешку. Что я дарю? Ну, короче, ДПС топы. Ты им рассказал все? А, ну хорошо. Дайте там бафы, ты МТшишь? Кулак по ДК, пожалуйста. Там каску пристам просят. Лидам вроде каски не хватает. Локи помогают. Паладин уже ушел. Паладин один ушел, что ли? Не знаю, какой это был, но... Тут 4. Должна хватить бафа. Так ты бы паладин, ребята. Ну кулак бафает. Надо есть, по-моему. Герцогиня. Я уже бафаю. Я уже бафаю. Сейчас добафаю. Не, пока что. Герцогиня протопала. Поставь тотем на... от природы. Локи магм, локи магм. Поставил на голос, давайте чек на пул. Дайте кулак ханту. Бедолом, катапульт, амнистия. Кулак по магам тоже дайте, просит. Давайте, все готовы, кукла, пей. Сложно кулак дать по магам, пиздец, паладина. Дай ему уже любой. Смотрим, в лужах не стоим. Наверное, у Миликов будет две лужи. Да не. Ну, так, я что-то вылетел, а не вылетел. Я тут, давайте стоп профу, стоим, профа не бьем, давайте все в центр, ждем зеленого. Профа не бейте, переведете, алло. Стоп по профу, играйте по зеленому. Меня слышно? Да, да, все нормально. Играйте по зеленому, 2% профа сбежались к зеленому. Давайте, бьем зеленого и переводим проф, отошли от зеленого. Чему передаем, не забываем. Хата, ареса и бедолома. Переводим проф. Красные бьете красных, зеленые к столушке. Бейте по дебафам, отдавайте свои бурсты. Давайте, красные, красных, зеленые к столу. К зеленым сбегаемся, к красным убегаем. Псих, сбежались. Красный, зеленый незамедлен, сбежались. Смотрим, отбежали от зеленого, сбегаемся в царь зеленого. Че зеленый незамедлен? Он два раза плюнул в красный. Падает. Да, ловите красного, не убегай, кто там на красном. Лови красного. Что? Это еще откуда? Герцогиня, ты че так судорожно тыкаешь кнопку? Лужу, заходите, умирайте.
Или в холлы заходите, умирайте. Да бывает, я тоже недавно так же два раза в одного плюнул. Кто раздает кулаки, поставьте плюсик. Кто, говоришь, плюнул два раза в одного? Ну, у меня тоже пару кг назад было. Помнишь, ты был в Тумлине. Только я в зеленого два раза плюнул. И там Боб затащил, да? Не. Боб, мискликнули тоже. Так это, блин, кнопка как-то, я не знаю, один раз тыкаешь и все. Кнопка может зайти. Ты знаешь, что тут не только с концами. Но я не вижу твоего трупа, если кто-то видит труп, места можете рисовать. Возле портала Лока. Давайте тут можете фулбафы давать. Избегайте с цели зеленых лучше. Локи, два лока, сколько там вас. Можете кидать проклятие косноязычие на слизни, чтобы они дольше цель выбирали. Давайте, каски есть, кулаки есть. Приста баф дайте, не хватает. Лапку вроде. Это все. Ману отпили, чек на пул. Приста баф, да. Дайте приста баф. Катапульта, шо там? Все. Давай, пей куклу. Слава пули. Шман, вставьте таймер. Стойте, по профу не бейте, не бейте профу. Стоп, профу. Идем в центр, смотрим, зеленый выливается, бьем зеленого. Играйте в зеленого. Давайте, бежим к зеленому, добивайте. Все, добивайте. Переводите профа. Играйте по дебафам. Зеленые-зеленые, красные-красные. Зеленые к столу ушли. Зеленые к столу. Чему передавайте? Может получить
А давайте, бурсты, играйте по слизням. Давай, зипер красный, рога зеленый. После того, как зеленый откинет вас, на него не бегите, не бегите. Когда выберет цель, тогда будете бежать на него. Килы не сбегаемся. Да. Так, чё он не взорвался? А, молодец, кошем скинул. Сбежались к зеленому. Не таванишь, а не кош. Ну, один фиг. Давайте, сбежались. Пельмени центр. Сейчас будет красный, РДД красного Америки проф обейте. Полгу под профом аккуратно. Что стало, ты рановато повел? Отведу. Давайте, красного РДД, Америки зеленого. Червячок, резко катапульта. Не вздуйте. Давай. Давайте, хилы РДД в центр, мирики под зеленого. РДД хилы, внимание, будет сначала спизи, надо будет, через пельмени будет, она будет в сторону стола бежать. Готовьтесь, надо будет к столу бежать. Давайте, готовьтесь, побежали к столу. Играем по зеленому. Сбежались. Блин, канул. Добивайте. Давайте, надо будет стопорный дома. Играйте пока по профу. Колба аккуратно, под профом колба. Так, давайте. Стоп, по профу, профа не бейте, ждем красный. Красный выливает, а не бейте профа. Кэсданж, давай бегим на ману. Кэсданж. Красного играйте, милите РДД. Все играйте по красному слизни. Все, добили, переводим профа. Ушли к столу. Зеленые бейте уже красного, зеленые к столу. Красные бейте, зеленые к столу. Давайте свои бурсты, даю рост, играйте. Зеленые сбежались. Давайте, зеленые сбежались, рочест, красный зипер беги. Там паладины готовьте по цели красного боб кидать. Давайте. Отбежали от зеленого, после выбора сбежимся. Отбежали от зеленого. Уже боб кинули. Давайте, сбежались. Добивайте, добивайте. Блять, ничего вы портуетесь так не вовремя. Ой, ой, ой. Добивайте красного быстрее. Так, в БРах, насколько вижу, нету, так что будем бить так хилить. У меня есть. Ну. Поднять его? Ну, забирай протопал. Там можешь риснуть. Пельмени центр. У кого реги на диван есть? Плюсаните. Давайте. Психа. Бака. 52. Сколько там? 10. Добивайте. Добивайте. Слава, на четвертом стаке заберешь. Там протопал дашь. Сакру пареет и убьем так. Чешку отдам за хилим. Все, молодцы, идите, трэш чистить. Поезд на мейнспе крольте. Слава, не води его перед колбами. Просто остановись, где бы он ни стоял. Остановись, поставит колбы, потом веди. Ваня. Я пытаюсь, блядь, перебежать под морду, блин, а ты его ведешь и не могу его догнать. Просто подо мной появляются колбы. Так, а монарх это Срейда? Да. В смысле Срейда, это волчат. Ну, да. Вот там наш выиграл.
Нарольте токен покорителя. Я тогда на совет зайду ДК, хорошо? Это кто, Рога говорит? Монах? Заходи. Да, говорит Павороти. Ты что такое? Это был не Павороти. Это был Павороти, вы даже тембр не можете знать. Какие-то там осколки забирает. Я. Познал. Слава, там что, Рога брал уже шмотку? Он, который с рейда наш. Сейчас посмотрим. Так. Да, там по мейнспеку. Кто на осколке? С сурка меч и с кораблей брал он. Так что... Ну да, туда надо там уроки отдавать. Так, Даня, ты на осколке? Да. Надо кому-то обычный покоритель взрывать, отпустить рога, да, и второму роге токен. Слишком далеко. Диспель прист какой-то. То что? Тебя уже. Ну ты шмотку на мейн уже забирал. Одна шмотка до лича, одна пушка до лича. И одна пушка с лича, так что токен ты уже никак. Кралька, ты начала курить, у тебя голос похрудел. Я болела. Не-не-не, ты меня в моё ухо не обманешь. Что-то не то голос. Высоты нету. Рога, ты сролил две вещи уже. Пожалуйста, передай третью вещь, которую тебе по ошибке дали в втором уроке. Так как у нас правило, одна вещь, один токен, пуха с лича за рейд. Теперь понятно? А про какие токены он говорит? Мы же про пояс сейчас говорим. Не знаю. Ну, можно говорить, он сролил с этого, с меч, там откуда он, с турка или с кораблей сролил. На майнспек. Ты пояс передал монарху? Монах, скажешь, как он тебе передаст пояс? Рольте ленточку. Нет, это не слеча, это просто пушка. Просто шмотка. Робка, дай все. Че начинаешь-то? Интангибле. Ты слышишь меня сейчас в РК? Слышишь или нет? Напиши да или нет. Ты, ты передашь вещь или нет? Ты сролил две вещи уже до профа. Две вещи. С кораблей и сурку. Сейчас ты третью вещь сролил. Тебе по ошибке отдал РЛ, который не знал, что ты две вещи вролил. Надо передать эту вещь. Все, отдал. Все, отдал, молодец. Филфирос, попробуй обмен дать ДК, с ДК он порвал выше, просто не мог его выкинуть. Да, если можешь передать ему, получится, что отдай ему. Что ты сказал? Про какую хуйню ты говоришь, Рога? Ты невменяемый или что? Ты две шмотки забрал. Тут Рога тоже должен шмот забирать. Чё ты возмущаешь? Что ночи. Сейчас, секунду, подождите. Ты тупой, я сказал... Сначала Рида было сказано, одна шмотка, один токен и одна пуха с лича. Ты этого не слышал, наверное. А ты не тупой? Ты не тупой? Нет, не тупой. Можешь, Ваня, можешь мне дать ассиста, пожалуйста? Может только дать. Слава, дай мне ассиста, пожалуйста. Я не понимаю твоего возмущения. Ты две шмотки забрал, сиди спокойно. И прекращай возмущаться. Значит, ты не слышал. Если что, видео есть. Слава, выложит видео, откроешь и посмотришь перед ребром, он точно говорил про ролл. Все, я его кикнул с рейда, сейчас зайду кикну с гильдии. Какой-то неадекват вообще. Короче, может, он не понял, что вы хотите. Короче, Рога, ты сам виноват. Я не знаю, тебе пытались несколько человек, да... Еще и из группы кикнуть. Сырка. Ну, пытались. Давайте. По-хорошему, блядь. Давай, Вильфейрус. Звездочка. Альпич, кружочек.
Санж, ромбик и треугольник Кабуль. Все будем играть в черепок советника. Сейчас потока пройдет и будем убивать. А ты монарх. Все, престы, можете контролить. Потому что ты ВРК слушал. Давайте, начинайте быстрее, быстрее. Играйте в черепок, что? Престы АФК, что играйте в черепок все. Такое ощущение, как будто бы, блин, успеть не один, не успеет одеться. Да. Что он сказал на ваше возвращение? Я не хотел передать эти вещи. Блин, а фига во второй трэш сагрели? Ну, что кидать не надо. Медведи, кипи сильно. Вон Маракшус, 7 лет мага одевал, наконец-то одел. Я с 2010-го Лока одевал. Да, он 7 лет просто мага одевал. Да. Сейчас жить. Бить тех, у кого меньше хп, можете точно бить. Можете там на пулы дать, все дела там. Слава, прыжки. Так, давай, кто там танк второй, танчи. Один хил. Дайте. Пробуйте тащить. И хит, и герцогиню, это нормально все будет. Да. Просто не роняйте герцогиню. Я пока погиб. Ману залейте, Ваня. Да, может тиннер дать. Если БР есть, можете. А, ты уже покинул. Играйте ромбик. Ромбик, трусы играйте. Морозьте трэш станы давайте. Рога дизар. Вар дизар. Ну, давайте пробуйте, кого меньше хп тех и бейте. Там откатился у червячка, герцогиню поднимай. Да, лишь Олега, он тоже. Да, лучше попасть, мне кажется, уже. Да, тут хп много еще. Ладно. Но он, даже если поднять его, он не соберет всех уже. А че вы собираетесь? Попытайтесь добить там, у кого мало хп. Так, типа. Или это тот рога сагрел еще успел. Как, я не помню. Там вот. Кого-то вроде откинуло, я не успел увидеть кого. Так меня такие люди расстраивают, я вообще не знаю. Две шмотки получил, третью вырываю, блядь. С пеной у рта, блядь. Ну так он не знал правил гильдии. Может там афакашил, когда говорил ты перед рейдом. Ну так это не освобождает от этого от правил. Так тоже не знаю. Ну, не освобождается. Ему давать ему шмотку и все. Ну это уже не наши проблемы. Больше всего расстраивает, что он, ну, упертый как баран, вот это свое продолжает гнуть. Понимаешь, три раза сказали про правила, спокойно, адекватно. Он пишет в чате, вы какую-то хуйню мутите. Я не понимаю таких людей. То есть мы не сагильдицу, а пугу отдаем и что-то мутим, да? Да, вот это меня взбесило, извините, пожалуйста. Ну, а он, походу, какой-то новый, да, Рога? Да какая разница в этом, перед рейдом сказали правила. Пуг ты, не пуг ты, если ты адекватный с мозгами, ты поймешь все, спокойно будешь нормально отвечать. Неважно, знал он правила гильдии или нет, правила рейда были сказаны. Ну, он мог просто фкашить, когда он правил. Да говорили. Неважно, три раза ему об этом сейчас сказали. Сейчас РЛ сказал, не знаю, зам, ГМ сказал. Может, да, достаточно жестко сейчас было, ну, судя по его реакции, человеку, наверное, за шмотку удавится, но лучше в 24 пойдем. Лучше какого-то пуга добрать, чем таких людей тащить в рейде. Но это мое личное мнение. Не знаю, как вы. Тяжело с таким. Сейчас Фигур зайдет на АДК и будет фул рейд. Я в танка спекнулся, если что. Давайте, подходите, хороший хаш, сейчас какие-то бафы минимальные дадим, мы будем трэш чистить. Там квест висит еще, ж не забывайте. 21 минута уже осталось. Квест. Да и там просто баф, каску, лавку такое, что тут есть, то можете дать. Ману пейте, хилы. Альпич может гимн на ману спеть. Пушка вторая была драйна. Не проебались там, а ее никто не ролил. Он один ее ролил. И забрал.
Не пушка шмотка, а шмотка до лича, шмотка с лича и токен. Не дели пушки и шмотки. У нас и пушка, то есть оружие, и шмотка. Доспех считается шмоткой. Понимаешь теперь? Все. Давайте, тесты наверх. Я тебе просто объяснил, что ты неправильно понял, вот и все. Альпич, кружочек. Санж, звездочка, и абультурсы. Иди, контрольте, пока патруля нету. Контрольте быстрее. Давайте, ладно, звездочку играем. Не сидишь ты лича, да? Нагрите звездочку, бейте звездочку. Играйте звездочку, трусы, потом чем-то вставайте. Печеньку тащите. Не понимаю, о чем ты. Лучше так на боссе стакал. Давайте. Печеньку сагрели, играйте в печеньку все. Ты мне что ли? Я про товары сейчас, поэтому оно и стакается. Лучше бы стопал дамаг, когда Эрел говорит стопать дамаг. Хотя и сам не стопал, но видел, как ты бил. Стопал по голове, да? Ну, просто надо за собой еще следить. Нагрите тут патруль, только принцем не улетите, босса не запустите. Я пока не могу Давайте все тут фулба, давайте ману пейте. Мы же стрельбу поставили, у кого есть. Да, я тебя не понимаю, Владрейн, о чем ты говоришь. А что ты хочешь забирать? Шмотку? Воятель там, блядь? Тапки с этого, с леди, и с лича Глору. Дайте лапку. Кушайте рыбу. БДК на двоих, протопал на одном, Талдорама на БДК напуливаем, на Вихе отбегаем, Големы разряжаем, СРД на кинетике. Кинетика падает, здесь я вместо щита катушку ставлю. Это правило ИПГ по системе никак не мешает. Да, слава на двоих, а протопал на одного. Чек на пол. Тебе что, делать нечего? Успокойся. Думали, что одолели нас. Давай, что делать для того, чтобы рейд был полезным для максимального количества людей? Дайте кулак порвал. Не вижу пользы пока в этих словах. Смотрим сейчас вихрь, она будет бежать окошки. Жим.
Если мало хп, ждите, пока вас захилят. Валера, а чё ты не с такой шерстком? Ну, вот мое мнение чисто про раскол на совете бесполезно. Дайте на АП крикните, Лары. Играйте в Аланара, смотрим хилер Дэн Рэнджу. А, Вихрь, бегите еще, Вихрь. Кирис отобейте точно. Ну, не знаю, тут 40 секунд можно дамажить бусы. ДПС потеряешь, много больше раскол стак. Если три портовара отмечат, тогда можно. Челячок, и с ним приста первая пати. Ждите, пристам, стаки аккуратно. Конечно, если два вара, то можно спокойно стакать так там. Давайте хилер Дэн Рэнджу смотрим, будет Олимп кастоваться, разряжаем, кастуется, беги, амнисти, беги. Беги по рейду, он там баганный шарик, надо по рейду, ну или так. Да будет меня поменять, я на полчаса отвалюсь. Челячок, беги. Слышно? Да. Давайте, Валмар, надо будет один раз разбежаться, потом будем добивать. Скажу куда. Иди, как вас захилить, мало хп. Кинетика падает, катушечка мне. Что, катушка надо, да? Резайте, приставить, идите, чистите трэш. Смотри, кому-то на мой инспект РДшная. На офспект. По-моему, на мой инспект все ролят. Если вы на хилов не ролите, то это на мой найдет. Оксаныч. Это вы, если вы спекнете комнате кила, я можете с ней подойти. Бесплатно и бесплатно. Можно. Надо кому. Я вот не понимаю, что ты, ну, начал разговор. Ты в гильдию к нам хочешь? Ради тебя правила изменить, чтобы тебя взять или что? Ну и все тогда. Зачем ты разводишь разговор? Так, давай отпечь звездочку. Печеньку Вилифурс. Контрольте, играйте, Кирета здорово подойдет. С этими этих двоих не трогайте. Вообще никаких проблем. Не знаю, у него память короткая. Наверное. На минутку отойду. Ой, бейте Ваня. Звездочку. Че эту печеньку хорошо. Печеньку бейте, потом скелета будете бить, потом у кого меньше хп. Дайте там печеньки. Если бы ты почитал правила, там все написано. Одна шмотка долича, одна шмотка слича токен. У тебя память дырявая, видимо. Какую-то дичь несешь, непонятно. На этого пункта тоже уже давно нет. Обычно, ну, когда кто-то солдата в нашем рейде появляется, объявляет эти правила всеобщие для гильдии, там одна шмотка долича, одна шмотка солдата, один токен и так далее. Ну, а тебе и показалось, что рейды у нас разные, вот и все.
Кстати, ролл такой же еще в адептах. Только единственное, что не было в адептах, разделение на лича конкретно. Была одна шмотка, включая лича, и один токен за весь рейд. Просто непонятен смысл твоих вопросов. Я вообще не понимаю, что он разговор затеял. Поговорить не с кем. Просто думаешь, он знает, но на самом деле не так. Что, допустим? Ну вот я и говорю, ему скучно. А, ну скучно, но расскажи анекдот, посмеемся. Чтоб не вспомнился анекдот про Ромин, про пидорасов, которые меня тащите. У нас Джерри неправильно прочитал написанное, подумал о леди. А УЗИ это кто? Поклонский. Все, да, Вася, можешь в ДД обратно спекаться. Дайте шкаф присумоним. Амнисти, подходи тоже. На сум. Давайте тут можете фулл баф ставить, дайте там бафы по шаманам. Что там не хватает, каска есть. Все вроде есть. Лапку дайте. Давайте чек на пул. Вот рога вот этот монарх ступай к нам в гильдию. Так, рага. Долом. На пул на меня. Давайте. Блять, кто пулит? Кто будет с пулей? Чат читаю, тут уже спулили. В центре хилы, РД сбоку, гусы там сами передавайте, кому хотите. Главное, не сдыхайте. Бегайте с фактом. Если наши игроки будут яхать, чё ж ты с нами ходишь, что своих игроков не хватает? А кстати, Эш с этим чуваком ходил в рейд, он там уже на совете говорил, рослого бейте. Это ж вот этот чувак, копировал лазочки. Муриков, наверное. Ты что, слышал это слово, рослого бейте? Это, наверное, один из 10 подписчиков Войта. Я такое редко слышу. Что редко слышу? Рослый он на этом на совете про рослого говорил, рослого бейте. Как только ты говоришь. Он начал эти метки распределять, как у нас обычно в героях. Ты про кого говоришь? Ну про вот этого Блудрейна. Че, и реально что? Да. У нас не ранил. Это такой паладин был, никель. Он плюнка, наверное, он это он этот. Не знаю, вот мне не хочется в людях негатив видеть. Ну никогда. Я всегда стараюсь видеть все, ну, что у каждого как бы есть. А следующий цель антифир, как огурчик антифир, отходите от лучше, будет легко. Отходите от лучше. Надежда на то, что люди адекватные, знаешь. И мне крайне неприятно, когда люди оказываются какими-то баранами. В центре только хилы, милики, эти там по сторонам рассасывайтесь, РД тоже. Не знаю, про какие ты метки говоришь. Thank you.
Дайте мне на усы. Хила заходить. Все как хочешь. Сейчас для нас тут вообще по хилам будет. Уже не надо будет. Убивал два раза шамана, ДЦ, коль или крест. Они за хилы там. Ну, молодцы, тоже послили. Красавчик, пока. Мудрейн, молодец. Ну, скорее, рольте. Над чем можно задуматься? Над тем, что сказать нам дальше? Над меткой. У Васи туда в гильдию, я не приз поздравляю. Уже ничего не получал? Не, ничего. Роль покорителя. Сейчас голос Дессера напомню. Ваня. Знаешь, вот этот... Что такое? Колеи, попадают ботинки, уже нет никакого ажиотажа. Хочешь отойти? Да-да. Да, хорошо. Когда-то говорит Ваня или Слава, сразу говори, отходи. Да это не я говорил, что ты ко мне пристал, воет, воет. Олег что-то там говорил про то, что росли, не росли, там что-то, я не знаю. Выманите их сюда, и мне вообще без разницы. Лежат, короче, домские наручи у меня такое, ну нету, короче, ну науки, в смысле их нету, смотрю, такую цены нету. Ну помню, там последний раз, что 1012 было, ну кидаю 16-17 на выкуп. Сегодня я прихожу, какие-то бичи поставили по 6000 десяток. Я поставил 1015 же, чтобы продать нормально. То есть сами нифига не получат, и меня цену сбили. Тогда, когда X5 будет перед ним, как X5, там боешки выкупают, там кольца, ну, то есть кольца, там плечи, такой весь мусор. Потом втридорого можно продать. Тогда так, давайте РДД левую, милики, точнее РДД правую, милики левую, сейчас они поменяются, играть РДД милики. Ты что-то говорил про слияние с X5? Не, ну когда рейд X5 будет, когда будет мелких много, тогда можно в бое шмот салка выкупать и в 3 раза дороже продавать. Кольца, шеи, вот эти всякие. Не персонал. Да, это логично. А когда там X5 будет? Или ты это так сказал? Да ну, не знаю, на Новый год ближайший. Так, РДД, звездочку, милики, печеньку. Что надо готовиться до Нового года, скупать потихоньку. Так не придумал. Мне денег маловато, наверное, на всех 1050 максимум будет. У меня столько нету. Мне на этом варе 280 голубей. Так, надо рейлить боечки забирать, которые с трэша ненормально продаются. Ну да. Что не нужно распылять на кристаллы по 20-ки или почему и там по 30-ки? Там амнистии нужно офнуться завтра на работу и... ну ладно. Давайте. Слава. Кто там, тащите по одному мобу. И милики играйте по одному, РД сливайте массово сверху. Только отойдите от них. Один стак абсолютной пыли стоит 80 голд. Один стак можно добыть с 2-3 кристаллов, если повезет. Да. Один кристалл это стоит 30, но в принципе тоже на то и выходит. За рейд выходит кристаллов 20-30.
Плюс этот синий шмот, который падает, это осколки грез. Да, синий шмот, он ценный. Да не, просто расплеть можно на осколки грез. Это же круто. Ну, поэтому он ценный, что осколки грез дороже стоят. Ну и шмотки с трэша, там, кольер 2000, наверное, стоит сейчас, да? Ну, кольца дэшна 2,5, шея кантовская тоже где-то 2,5. Выгоднее ходить в обычки и анролить эти бэшки. Или в ульдуар ходить. Да ну, ульдуар он долгий сильно. Да не, Блудрейн, ты там со ветра метки расставлял, прям как я расставлял метки. Ну, мне так очень показалось сильно. Где? А давайте бушты свои сейчас не надо экономить, что они до сюда не понадобятся. На совете. Теперь ты, надеюсь, поймешь, что надо еще анонсить на профи, там, прочитайте геймнат хил, если рейд садится по хп. Добивайте капитана вверх, не поднимайтесь, можете бой забагать. Нету, не приемлет эти сослагательные вещи, если бы, если рейд правильный, есть только здесь и сейчас. При стейко там хилоспект ДЦ есть. Там друиды, эрдрум уже у кого-то есть. Так, Веренос, там ходи прист у тебя? Инфернус. Хулиприст там или ДЦ? Ну ладно, Куку Вася хила, там Шамбеди и Паладина тоже можете хилов спекаться. Ну нет, туда не надо. Ну, давай, Альпич тоже в ДЦ спекайся, тогда 2 ДЦ на рейде будет. Остальные будем в Альку хилить. Сейчас дам. Давайте там пока слабо свои бафы, рис эти ману. Так, давайте чек на пул. Дайте Инер на Альпича, на звездочку. Один. Слава, дай ему Инер. Давайте, все готовы. Гуляем. В порталах за печенькой летаем. Давайте с правой стороны собираемся, там порталов больше. Давайте перед мордой собираемся, что-то вот налево все пошли. Слышишь, ты так не делай. Ладно. Ты перед мордой. Угу.
Играть в подавление. Давайте также перед мордой. Давайте там же соберемся. Давайте последние порталы, а там будем уже давать рост и захиливать. Саныч, дай гимн хп. Силы возвращаются ко мне. Герой, еще немного. Абуль может тоже гимн хп спеть. Играйте в подавителей. Нарис от типавших спускайтесь вниз. Спину роти на майнспек. Тоже отойду. Ку-ку, Вася, рисай. Куда убежал? Так, катапульта. Дайте катапёрышко, левитацию. Надо кому-то бесплатно и бесплатно. Что это такое? Тебе пойдет. Мажить больше не буду. Отдай хламу такую. Ноги я имею в виду. Вот я внизу туда дам ноги. Это пульт брал кольцо уже, да? Да, я шип сролил, если кому-то плащ нужен, я отдам, кидайте одну. Что это дальше, у Васи? Плащ тебе, давай. Вот, ответ на вопрос, почему одна вещь с Рейна. Чтобы такой, как Куку Вася, ее забрал, а не катапульт, две вещи. Это только игра, что в жизни делается, это кошмар. В жизни тебя, наверное, за такой плащ гопнули.